потихонечку открывается, открывается. Какая-то щель образовывается. Он прохнулся. Сейчас, наверное, минус 40, наверное, на улице. 38-40 градусов. Пожалуйста, вот сюда кусочек ладана положим. Во всем блиндаже будет пахнуть ладаном. И это его долг. Защитить, прежде всего, семью свою. Удивительный поселок. Все связаны с золотом. Действительно, жизнь человека может прекратиться совершенно внезапно. Они побежали спасать тех, кто там находился. Ну, практически улицы-то опустили. Ага. И что, боевой рожок? Да. Священник из Забайкальского края Александр Тылькевич организует миссионерские гуманитарные экспедиции в труднодоступные северные районы Забайкалья. Доставка продовольствия, медикаментов и книг осуществляется по реке Витим и ее притокам. Зимой на вездеходах, летом на лодках. Машина погружается минут 15. Полюбил он молодую учительницу замужнюю, ее звали Галинка. А я не знаю, ждет он или не ждет. Наверное, я еду в Москву. С Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики мною принято решение о проведении специальной военной операции. А еще мангаб задометил. Обстоятельства требуют Магичера от вас решительно и незамедлительно. Мангушня кайсэн.